Ну что ж, дорогие украинцы, в общем, министр труда Германии заявил, что все украинцы обязаны пойти на работу. Что это значит? В Германии большая нехватка рабочей силы. Здесь очень много требуется квалифицированных и неквалифицированных работников. Сейчас идет кризис в Германии миграционный, слишком много беженцев, слишком много наплыв с разных стран идет. Поэтому Германия приняла решение по украинцам. Все обязаны пойти на работу. Даже те, у которых нет немецкого языка, ребят. Если нет немецкого языка, есть такие работы в Германии, неквалифицированные, да, но это, наверное, уборщики и все остальное, и вы будете идти на работу. То есть на халяву сидеть уже не получится. Биржа уже будет срезать Jobcenter, да? Он будет срезать выплаты. И еще, что немаловажно, вот все немцы, которые сидят по безработице, они обязаны отчитываться перед биржей, то, что они ищут работу. Сейчас же будет то же самое, как немцы. Все украинцы будут обязаны отчитываться. Вот прислали вам направление, к примеру, на работу, да? Если вы не отчитаетесь, что вы сходили туда и вас не взяли, или что-то там либо такого, то вам просто урежут выплаты. И платить деньги перестанут. Поэтому имейте в виду, если вы получали письма и вас направляли на работу, то обязательно сходите или хотя бы получите, что у вас работодатель не берет. У вас, к примеру, нет немецкого, он не хочет вас брать. Возьмите эту бумажку и принесите ее на биржу. Так вас трогать не будут. Но все же, они будут предлагать, даже если есть курсы, все-таки курсы не идут целый день, будут предлагать работы, общественные работы, то есть типа Ойра Джоб, да, или еще что-нибудь. В общем, это сказал министр труда Германии. Далее, еще по беженцам. Сейчас будут массовые депортации беженцев. Те, кто не имеет права находиться в Германии. Те, кто получил отказы. Вот как ранее, в мое время, люди получали отказы, еще тянулись в Германии годами. То есть не было депортации, люди подавали адвокатам бумаги, тянули эту резину. И люди здесь таким способом оставались на 2-3 года, а потом уже интеграция и другие статусы. Сейчас же Германия приняла решение сразу депорт. В общем, будут депортировать, если у вас отказ по азюлю, будут отправлять в ЭК. Что еще творится в Германии? Идут митинги пропалестинские, да, или наоборот, то есть за Палестину. По всей Германии выходят и идут митинги. Как вы думаете, ребят, напишите в комментарии по этому поводу. Так как попадаются видеоролики, есть у меня знакомые в Берлине, там были, там даже 6 машин, по-моему, спалили. В общем, все эти демонстрации идут, а как вы знаете, что, как говорится, с тех стран очень много в Германии, здесь миллионы. И сейчас они все по всем городам активируются. Полиция, конечно, борется, Шольц издал, чтобы против всего, это все идет, но к чему это может привести? Кто что думает, напишите, так как мнение людей, это очень важно. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и что ждет Германию. Я, конечно, думаю, с Германией будет все здорово. Украинцам желаю удачи. Все-таки нужно работать. Уже многие, конечно, сидят больше года. Многие на курсах. Те, кто проходит курсы, тоже пойдут на работу. Сейчас введут обязаловку, урежут деньги. Но самое важное, что украинцам можно оставаться. Вообще-то здесь закон про квалифицированных работников, но если Германия уже сама начинает отправлять украинцев, которые здесь даже не на квалифицированную работу, и это для них норма, то значит, возможно, что-то поменяется и в законе. Возможно, люди, которые устроятся даже обычными уборщиками или еще где-нибудь, смогут здесь зацепиться, то есть остаться. Главное зарабатывать на жизнь, платить налоги и жить. Что, ребята, всем удачи и успехов в поисках работы. Чао.